предлагаю тем временем отправиться уже к нашему следующему гостю. А у нас в гостях Сергей Вадимович Додонов, проректор, проректор по приоритетным проектам Крымского федерального университета имени Вернадского. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро, Александр. Как ваше дело? Здравствуйте. Нормально, спасибо. Сергей Вадимович, скажите, пожалуйста, я знаю, что сейчас в университете очень много иностранных студентов. Ну, заходишь просто, и ты видишь этих ребят, которые приехали. Мне кажется, или их становится только больше? Ну, вам кажется, их стабильное количество, их от 2100 до 2300 обучается сегодня в университете. Единственное, что стала шире география, вместо 55 стран стало 59. Традиционно это Индия, традиционно это Узбекистан, это Украина, тоже больше чем 500 человек обучаются ребят. Поэтому направление тоже традиционное. В основном это, конечно же, медицина, более 2000 человек обучается только в одной медицинской академии. И поэтому, вот, как говорится, оплотом, так скажем, международной дружбы у нас является медицинская академия КФУ. Вот из каких стран к нам стали чаще приезжать? Чаще, вот знаете, наверное, первые ласточки режу, да, сам всего. Это Израиль, получается, к нам приехал один человек, но зато какой человек. То есть он уже участвует во всех международных соревнованиях. Какие международные соревнования? Это по русскому языку. Там цитируют Пушкина и так далее. Точно такой же приехал из... В Израиле цитируют. Да, он студент из Израиля. Из Греции приехал. Он стал победителем Олимпиады по русскому языку среди иностранцев. То есть сюда приезжают ребята, которые мотивированы. Ну, если говорить больше всего ребят, конечно же, приезжают из Индии. Приезжают именно за медицинским образованием, потому что медицинское образование в Индии непосредственно это очень дорого. Очень дорого. И здесь это доступней. А во сколько? Во сколько? Я бы сказал так, что здесь где-то примерно в два раза дешевле образование, чем в Индии. У нас это стоит около 150-170 тысяч рублей в год стоимость обучения. Значит, могло бы быть и больше, ребят, над этим мы работаем. Почему? Потому что необходимо, прежде всего, изменить кампус, чтобы было интересно приезжать. Сегодня... Пятое общежитие в медакадемии, оно поставлено на ремонт, на капитальный ремонт, затрачиваются большие ресурсы, то есть будет приведен в порядок места проживания. Ну и дальше это культурный обмен, это участие во всевозможных фестивалях, это знакомство их с традициями нашими, Крым многонациональный, это интересно. И знаете, вот народная дипломатия, то есть их фотографии в Инстаграме на своих соцсетях это лучшая реклама Крыма и обучение в Крымском федеральном университете. Кстати, да, сейчас же 21 век интернета. Да, то есть и нам надо, грубо говоря, работать над теми, кто приехал, и не заботиться о том, чтобы привлечь оттуда дополнительных ребят. Они сами за собой приведут, скажут, там классно, интересно, здорово, кроме обучения еще есть масса впечатлений. Ну, а Крым, это можно рассказывать часами. Нам, крымчанам, мы даже сами не все знаем про свой родной край. Сергей Иванович, могли бы уточнить вот самое главное? Сколько выпускников, столько же, сколько и поступивших? Ну, я имею в виду, всем ли удается закончить? И насколько иностранцев? Значит, поступивших и окончивших одинаковое количество. Знаете почему? Потому что, опять же, это стремление завершить обучение, но не вовремя закончившие. То есть имеется в виду, что иногда продолжительность обучения у них значительно больше, чем у нас традиционно. Насколько? Ну, то есть, допустим, я имею в виду, от бакалавра и магистра это 6 лет, то есть иностранцы это может быть и 9, и 10 лет, угу. Потому что возникают академки, они уезжают, потом возвращаются, плюс подготовительные отделения, которые они изначально проходят, где учат русский язык, базовые предметы, и потом поступают уже на обучение. Медакадемия, опять же скажу, это значительно проще, потому что есть языковые группы, то есть где преподавание идет на иностранном языке, на английском, поэтому вот там как бы все более интенсивно, но медакадемия это и длиннее путь от студента до специалиста, то есть там еще и интернатура и так далее, разные сферы подготовки студентов. Какие еще специальности выбирают иностранцы? Знаете, выбирают разные, да, в том числе у нас появился в прошлом году студент, который выбрал агрономию. Вроде бы где Конго, где мы, как говорится, да, но тем не менее все равно процесс обучения идет. И знаете, вот, наверное, и строители, да, то есть вот здесь в Академии строительства и архитектуры, есть и гуманитарии. И понятно, что на филологии довольно много ребят поступает. Поэтому, ну, спектр довольно широкий. Что касается, вот знаете, больше, наверное, их привлечает, ну, какая-то атмосфера, которая существует здесь в Крыму. И у меня довольно много среди моих друзей, ребят, которые
приехали когда-то еще в Советский Союз, да, начинали обучение там, остались потом. Вот у меня мой друг Джалал Абдул-Каюм. Он афганец, в 84-м году, в 17 лет приехал сюда. Потом здесь закончил обучение, поступил в аспирантуру, женился, родил 3 детей и так далее, и тому подобное. Сегодня он доктор наук, профессор, заведующий кафедрой и так далее. Такие же примеры есть и среди медиков, да. Сегодня есть такие же примеры среди экономистов. Есть, а как часто такое бывает, что студент приехал обучаться и такой думает? И потом влюбился и остался. То есть я так скажу, ну, наверное, с вероятностью, не буду говорить там процент, но процентов 5, наверное, таких выпускников точно есть. Даже последнее, вот не знаю, как у вас там с политической как бы подготовкой в «Доброе утро», да, в «Утро с нами». Но, тем не менее, на севере Крыма, да, один из депутатов стал именно выходец из другой страны, который потом был, получил гражданство России. Армянский, да, если не да, 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 абсолютно верно, да. И причем от КПРФ. Да, да, да. Это действительно. Ну, может быть, взгляды близки. Нет, я просто говорю, что есть атмосфера Крыма, которая привлекает к себе и иностранцев, есть... хорошая доброжелательная среда именно среди студентов, то есть здесь у нас нету нетерпимости к другим религиям, другим нациям и так далее, то есть поэтому вот все это способствует тому, чтобы действительно образование иностранцев развивалось. И я думаю, что это будет еще больше к нам приедут студентов. Именно почему? Потому что вот откроется у нас многопрофильная больница высокотехнологической медицинской помощи. Следовательно, мы сможем обучать здесь более, на более высоком уровне, опять же, медиков, если мы говорим именно узкоспециализированные направления. И не исключаю, что будет мобильная активность студентов, то есть даже вплоть до того, что иностранцы, которые обучаются, ну, не в Москве и в Питере, но в других промышленных городах, будут приезжать сюда для того, чтобы получить образование. Почему? Потому что, ну, появляется база для образования и появляется... Другое дело — это климат. Климат Крыма очень мягкий, он благоприятен для многих иностранцев и так далее. Мы, КФУ не сидит тоже в стороне, мы не ждем, пока они просто приедут. Сегодня мы активно общаемся с Китаем. Ездят туда и наши студенты, и к нам приезжают группы. То есть происходит такое общение. Буквально сейчас проректор по международной деятельности Юшенко Сергей Васильевич находится с визитом во Вьетнаме. То есть мы там тоже настраиваем такие свои или восстанавливаем отношения. То есть поэтому, знаете, вектор поменяли с запада на восток, и там устанавливаем свои основные связи по обмену студентов, по подготовке студентов. Сергей Евгеньевич, вот самый, мне кажется, главный вопрос для иностранных гостей, для иностранных студентов, вот качество и, как сказать, насколько вот презентуется наш диплом, котируется в других странах. Вначале смело сказали, все отлично, вот прошло годы, вот есть уже определенный опыт. Что они уже говорят, допустим, наверняка вы поддерживаете связь с какими-то студентами, которые отправились уже домой, уже работают, как помогает им это образование, есть ли какие-то примеры? Ну, опять же, говорим о том, что в большинстве случаев это студенты из восточных стран. Там диплом наш признается. Да, в некоторых странах необходимо пройти процедуру признания диплома, то есть поставить апостиль, так как и у нас по некоторым зарубежным странам эта процедура установлена на законодательном уровне. Каких-то отказов или негатива обратной связи мы не слышали. У нас 2 года подряд проводился форум выпускников, да, иностранных выпускников Крымского федерального университета. Это вот уже и в 2018 году, и в 2017 году это происходило, и будет в 2019 году такое мероприятие. Там встречаются выпускники с разных стран, они подтверждают, высказывают слова благодарности за те знания, которые они получили в Крыму, за атмосферу, в которой они обучались. И они же, в принципе, являются нашими основными, ну, можно так сказать, агитаторами, да, то есть, или рекламщиками, да, то есть про образовательного процесса, который происходит в Крымском федеральном университете, и они таким образом помогают нам привлечь дополнительных студентов. Мне кажется, это лучший результат, когда как раз-таки мы видим, что ребята не то что не продолжают ездить, они хотят все больше приезжать на полуостров. Самая лучшая реклама. Да, спасибо вам большое. Спасибо, что пришли к нам в гости. Напоминаю, что у нас был в гостях Сергей Дадонов, проректор по приоритетным проектам Крымского федерального университета имени Вернадского.